5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люциус, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд обычной базы Player 8129. Несмотря на то, что тут ничего мы особенного не найдем, тут надо взрывать. В этой части базы ничего нету, но открою, чтобы показать, чтобы вы убедились в этом. Вам это взрывать, ой, ломать не стоит. Здесь взорву я вот эту вот стеночку третью, тут 3 ящика всего будет, не больше. Готово. Так, здесь у нас доски есть, это хорошо. Еще доски, замечательно. И 3 ящика. Канистра с бензином, чуть-чуть слитков, еще доски, доски, доски. Досок много не бывает. Больше вроде бы ничего не надо. Кстати, у меня ничего не крали, это полноценный рейд. Так что то, что найду тут я, сможете найти и вы. Ладно, пусть будет гаечный ключ. И последний ящик. Дайте мне чуть похавать, пожалуйста. Микросхема. А хавчика нету. Ладно, больше мне смысла забирать. Реально нечего, потому что у меня все это есть барахло. Причем в огромном количестве на базе. Поэтому, да, забирать тут нечего. Вот такая вот база. Покажу, в пикапе вроде бы тоже ничего не было. Да, пусто. И больше тут ничего, никаких построек нету. Так что ломать нечего. И вот, собственно, весь лут, который мы получили с помощью одной С4. Да, согласен, полный пипец. Но решать вам, взрывать или нет. Я вам лишь показал. На этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.